мне даже противно это говорить, но как ни странно, за всю историю независимой Украины Николаевский регион имел депутата Верховного Совета. Был один депутат, представитель от Николаевского региона. Было три, это считалось очень много от Николаевского региона. Сегодня их 10. И только три наконечники, которые баллотировались, поэтому уже сегодня прошел 4-й день. Это депутат, который вы избрали. Это мажоритарщик. Даже не позвонил и не спросил, как ты живешь. Даже не позвонил и не спросил, как там люди. А их 10. Вот 10. Но я официально, вот с вашим представителем, уже к каждому обратился. Каждому обратился за помощью. Помогите. Помогите есть крик души, чтобы компенсировать на первом этапе проблему. Почему? Потому что вторую проблему, которую нужно решать, это не 100 тысяч, это не миллион. Это десятки миллионов, которые нужно решить и согласовать с вами. Просчитать их нужно, организовать нужно и дать свои предложения. Это просто один день не решается. И он может быть решен мной, но без вас я его не решу. Он может решиться быть каждым представителем квартиры, но каждым представителем я тоже не решу. Я должен решиться каждым жителем этой квартиры, который достиг 18 лет. И если завтра мы сегодня